Коллеги, в 2007 году наш национальный лидер Владимир Путин подписал указ о Дне предпринимательства. Этим днем было его указом назначено 26 мая. И у нас появилась идея. Давайте в этом году, 26 мая, проведем съезд предпринимательского сообщества Республики Крым, города Севастополя, а может быть, к нам еще и присоединятся наши коллеги с материковой России. Какова идея? В прошлом году мы проводили такой съезд, он был общий и для всех. После этого был ужин, и те, кто захотел, остался. В этом году мы хотели бы провести ряд круглых столов, их может быть 5, а может быть и 100, по тематикам, которые в зависимости от анкетирования наши предприниматели выберут. Это может быть и юриспруденция, это может быть и промышленность, это может быть и дороги, это может быть и кинематограф, это может быть и интернет-индустрия и так далее, и так далее, и так далее. На которых, на этих круглых столах, которые будут проходить одновременно 26 мая, предприниматели смогут между собой познакомиться, презентовать свой вид деятельности конкретный, как они зарабатывают, какие у них есть сложности, какие у них есть успехи, и написать на каждом круглом столе резолюцию, которую впоследствии Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополя обобщит в общую картину и сможет предоставить как общую резолюцию предпринимательского сообщества Крыма. Коллеги, нам нужна ваша помощь. Уже до сегодняшнего дня начинает свою работу организационный комитет, состоящий из членов и сторонников Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя. Нам нужен ваш опыт по умению и проведению подобных мероприятий, круглых столов. Может быть, у вас будет идея по тематикам круглого стола. Ждем вас по адресу, который указан на экране. Спасибо.